Студентка Юлия Федрушкова решила обезопасить себя от коронавируса и прошла вакцинацию. Пока ждала приглашения в процедурный кабинет, на стене увидела плакат с викториной «Вакцинация – это жизнь». Когда регистрировалась, и подумать не могла, что станет обладательницей главного приза – однокомнатной квартиры в Самаре. Мне позвонили с утра, взяла трубку, и мне говорят: «Здравствуйте, Юлия, вы выиграли квартиру». Я такая: «Что? Серьезно?» Иду к маме, мама стоит на кухне, посуду моет, водой шумит. Я говорю: «Мама, выключай срочно, смотри, что говорят». Вот. Она не верит, конечно же, мне. Я тоже сама стою, не верю до конца. Вот, но меня убедили, что все правильно. Я не верю, это подарок судьбы, особенно под Новый год. Подарком на день рождения стал автомобиль для второго победителя викторины, пенсионерки Лидии Степановой. Вакцинацию она планировала уже давно, но останавливали противопоказания. И как только врач дал добро, Лидия сделала прививку от коронавируса и автоматически стала участником викторины «Вакцинация – это жизнь». Хоть и мыслей о выигрыше не было. Нет, конечно, не было. Я просто, прочитала, увидела, обрадовалась за людей. Думаю, вот кто-то выигрывает, кому-то повезло. Испытать свою удачу будет шанс у всех, кто сделал прививку с 24 сентября прошлого года. Третий, финальный этап викторины состоится 22 декабря. Стать счастливым обладателем квартиры, машины или сертификата номиналом 4000 рублей сможет и любой самарец, кто успеет привиться до 20 декабря включительно. У нас очень хорошо вакцинируются жители Самарской области. Вот, соответственно, те, кто это делают сейчас, они попадают в этот розыгрыш, автоматически давая согласие. И, соответственно, те, кто вакцинировался до ноября месяца, могут присоединиться к викторине в заявительном порядке. Сделать это можно на сайте «Карта жителей Самарской области» в разделе «Викторина». Мария Левина, «События». Жители открывают.